Социальные сети – это двоякое явление. В определенном числе случаев или для определенных людей это очень позитивное явление. Мне приходилось сталкиваться, к нам за советами обращались люди. Вот человек болен, он не может выйти из дома. И через социальные сети он, во-первых, общается с другими людьми, во-вторых, он работает. Я знаю человека, который постепенно утратил возможность писать руками. Он зубами держит карандаш, нажимает клавиши на компьютере и что-то продает, и кому-то дает какие-то советы. Позитивно, безусловно. Есть люди, которые о себе все выкладывают. Такая вот излишняя открытость. И получают в обратную сторону массу проблем, потому что с этой открытостью пользуются мошенники. Вот социальные сети имеют плюс-минус, и пользоваться этими услугами надо очень и очень осторожно.